первыми ранним утром 26 июня разбитые подожженные павильоны трамвайных остановок на перекрестке улиц Венебе и Селачплеша обнаружили дворники. О случившемся они сообщили своему непосредственному руководству и поспешили собрать осколки стекла. Понятно, что на восстановление повреждений, включая оторванную металлическую спинку и решетку, потребуется время и деньги. Позже выяснились обстоятельства происшествия. В ночь с 25 на 26 июня, а точнее в 0 часов 24 минуты, камеры видеонаблюдения, установленные в этом районе центральной части города, зафиксировали противоправные действия группы молодчиков. На мониторе видно, как один из них пытается оторвать и поджечь постеры. Затем все переходят на другую сторону улицы Лачплиша. Один из неизвестных держит в руках предмет, очень напоминающий спинку-решетку. Сотрудники полиции самоуправления незамедлительно выехали на место происшествия. Вследствие быстрых оперативных действий оперативная группа задержала персону, которая причастна к этим хулиганским действиям. Данная персона передана государственную полицию для дальнейшего выяснения обстоятельств. На задержанного составлен административный протокол. Сотрудники госполиции устанавливают личности соучастников и подсчитывают размер причиненного ущерба, от которого будет зависеть мера ответственности за содеянное.